компания, которая уже год работает в интернете и полтора, 3,5 года как работает как реальная компания, которая зарегистрирована в Польше. Что мы можем с этой компанией? Ну, во-первых, знакомиться с новыми друзьями, разговаривать со своими старыми друзьями, общаться, отдыхать, получать награды, ну и зарабатывать. Конечно же, это все то, что так на самом деле нам нравится делать в интернете, поэтому в общем-то, ничего нового, но некоторые вещи, за которые нам еще никто не платил, нам во FutureNet будут платить за такие вещи, которые мы делаем каждый день, с самого утра до самого вечера. Мы так по очереди пройдем по всему тому, что нам дает FutureNet. Для того, чтобы к нам присоединиться, это присоединиться нужно к нашей социальной платформе, и в нашей социальной платформе активно общаться. В общем-то, в основном за то, что нам платят, это как раз за общение. Для того, чтобы получить такой значок «Надежная компания», у нас требуется, в общем-то, исполнить очень-очень много требований. Соответственно, то, что компания, которая является менеджером компании FutureNet, она называется в Польше B2B Service, это аббревиатура B2B, обозначает бизнес для бизнеса. И вот эта вот компания как раз получила вот этот вот значок, надежная компания, как я уже сказала, это очень-очень важный у нас значок и очень имеющий такую очень хорошую реному. Главный офис компании находится во Вроцлаве, 1,5 километра от дома, где я сейчас живу. И FutureNet, сама компания, которая не столько компания, а сам, в общем-то, порталь, который зарегистрирован на островах Маршалла. Почему он там зарегистрирован, в общем-то, с нескольких причин. Во-первых, и самое главное, это то, что каждая социальная сеть в каком-то моменте должна делиться своими информациями о своих партнерах, о том, что там происходит в социальной сети, какого типа разговоры ведутся с разными органами, типа ФСБ, в общем-то, не знаю, как они еще называются. В общем, налоговой инспекции и так далее. Чтобы этой ситуации у нас тут не было, чтобы на нас никто не мог повлиять, чтобы не было органа, который бы нас заставил эту информацию предоставить, как раз поэтому и регистрация самой платформы FutureNet находится на островах Маршалла, и мы не подлежим вот именно действию такого типа органов. Ну, это одна из вещей, такая достаточно ведущая вещь, потому что мы все прекрасно знаем, что Сноуден нам показал, что так на самом деле все наши разговоры, абсолютно все наши контакты, абсолютно все наши, как казалось бы, интимные переписки, абсолютно все это находится где-то в руках органов, которым, быть может, это интересно, и которые занимаются этим всем. Соответственно, для того, чтобы как бы отличиться от другого типа социальных сетей, у нас такой возможности нету. И все, что мы пишем, все, что у нас происходит в нашей социальной сети, оно есть абсолютно инкогнито, абсолютно, в общем-то, конфиденциально, да, в общем, никто не имеет такой возможности читать то, о чем мы пишем. В общем-то, какое-то время назад даже у нас ввели шифровку информации, поэтому думаю, что этот портал, он будет отличаться, и как раз для людей, которые ведут бизнес, для людей, которым главное то, чтобы в интернете не было информации о том, что мы делаем, как мы делаем, сколько мы зарабатываем, для них эта социальная сеть FutureNet будет еще более интересна, чем, например, другого типа сети. Вот так выглядят владельцы компании, это Стефан и Роман, ну и, в общем-то, тут с ними я.
снова не представилась, это как всегда. Мне кажется, что все меня знают, поэтому я никогда не представляюсь. Гуля Егорова с вами, в общем-то. И на кресле на этом тоже Гуля Егорова. Это так при случае. FutureNet как социальный порталь, социальная сеть объединяет в себе возможность не только пользоваться социальной сетью, а значит информировать один другого, да, получать какие-то эмоции от контакта со своими близкими друзьями или же родственниками, выражать себя, ну, в общем-то, еще несколько. Расширена эта сеть. Есть пакет инструментов, которые, в общем-то, думаю, что нужны каждому абсолютно предпринимателю, который работает в интернете. И продуктами компании есть, во-первых, шаблоны блогов, шаблоны лендинг-пейджи, видеомейли, система видеомейли, ну и место в облаке, в котором мы можем держать наши файлы. Все эти инструменты, они очень востребованы, особенно для людей, которые работают в интернете, быть может, даже с другими компаниями, и думаю, что, в общем-то, они абсолютно хорошо могут воспользоваться всеми этими инструментами. Ну, как я и говорила, что это не только социальная сеть, это еще немножко шире, чем социальная сеть. Как вы видели, онлайн-продукты, которые у нас тоже имеются, и созданы они нашими программистами. Онлайн-игры, мультимедиальные возможности, которые тут имеются. Ну и то, что нас тут, наверное, объединяет в большинстве, это как раз возможность зарабатывать деньги. К деньгам мы сейчас перейдем. Ну и, в общем-то, по очереди, от чего нам надо было бы начать. Во-первых, присоединиться к нам и дружить с нами, соответственно, быть с нами в социальной сети, выбрать по своим возможностям и потребностям стратегию, с которой мы будем работать. В общем-то, для того, чтобы ее выбрать, необходимо, конечно же, поговорить с человеком, который вас сюда пригласил. Ну, этот человек – это ваш друг, потому что обычно в социальные сети мы приглашаем друзей. Соответственно, поговорите с другом о стратегии, взвесьте все ваши возможности и посмотрите на все ваши потребности, и каждый из вас сможет для себя найти что-то интересное. Мы как раз несколько таких стратегий просмотрим. Регистрация в компании очень простая. Думаю, что, в общем-то, никакой сложности она не составит. Кроме всего этого, когда вы зарегистрируетесь и пойдете в свой бэк-офис, вы увидите такую информацию, что если вы полностью заполните весь свой профиль, а, соответственно, напишите о своих заинтересованиях, своих хобби, то получите дополнительно от 700 до 1000 Media Points. А Media Points вы можете поменять на какой-то из наших продуктов, которые вы только что видели. Для чего это нужно компании, почему она дополнительно нам за это доплачивает, а вот именно для того, чтобы создать возможность так называемых таргетированных реклам. Это реклам с конкретным содержанием конкретному клиенту. Этот бизнес может делать абсолютно каждый, из каждого абсолютно места. Можно быть на пляже, можно быть дома, можно просто-напросто. Даже в больнице, даже, в общем-то, во всяких абсолютно условиях, каких только у нас есть интернет и компьютер, и можно и зарабатывать, и отдыхать, и дружить, в общем-то, все в одном месте. Маркетинг-план от 1 февраля, это вот именно в этом виде этот маркетинг-план. К сожалению, год компания работала с другим маркетингом, ну и даже с тем маркетингом, с которым она работала, ей удалось собрать 200 тысяч пользователей в социальной сети. Ну, поэтому, если мы сейчас говорим о том, о улучшенном маркетинге, то, конечно же, количество пользователей будет увеличиваться намного быстрее, чем это было перед этим. 200 тысяч пользователей – это в основном люди с Турции,
Мы все прекрасно знаем, наверное, помним такую ситуацию, что в Турции очень тяжело работало все, например, с Фейсбуком и с другими социальными сетями, потому что в Турции вообще все по-другому, чем в других местах. Турки просто-напросто выключают такую возможность пользоваться социальными сетями. Соответственно, FutureNet – это для них такая возможность, одна из таких, думаю, что немногих, которые есть в Турции. Ну и, конечно же, возможность зарабатывать, потому что все эти заработки, которые вы видите, они совершенно реальны. И целый год компания выплачивает очень аккуратно выплачивают всем своим партнерам. Вот, как я уже сказала, что даже с таким маркетингом, который тут был, а маркетинг не был совершенно такой, какой есть сейчас. И почему, в общем-то, многие лидеры, уже зная о компании, не присоединились к ней, это как раз вот именно потому, что интереса у лидеров абсолютно не было. Соответственно, в общем-то, то, что мы сейчас создали, а могу полностью говорить мы, почему? Потому что я переехала 500 километров из Гданьска до Вроцлава, вот именно только потому, чтобы как раз быть при создании нового маркетинг-плана и очень активно в этом участвую. Так, мы сейчас пройдем по всем бонусам, которые мы видели, только, напоминаю, их есть 10, и начнем от самых маленьких бонусов. И, быть может, у меня такая ситуация была, я разговаривала с кем-то, там, не знаю, с крутыми инвесторами, которые там инвестировали какие-то огромные деньги. И, конечно же, зарабатывание центов для них было совершенно, в общем, побрезговали одним словом они центами. Но мы в самом конце увидим не только вот эти вот центы, мы в самом конце увидим на самом деле очень-очень надежные, очень-очень большие деньги. Так что начнем от центов. Итак, как только вы вошли в свой бэк-офис, вы сразу же получили один цент. Вы немножко пообщались в социальной сети, пописали там, не знаю, со своими друзьями, с родственниками, с кем угодно, поспрашивали о погоде, обо всем, что вас интересует, обо всем, о чем обычно разговариваете со своими друзьями в социальных сетях, и получили следующие деньги, и все больше и больше этих денег вас капает, чем больше вы, и чем активнее участвуете в этой конверсации. Так вот выглядят эти центы, как я уже сказала, это все зависит от того, насколько вы активно в этом во всем процессе участвуете. И сейчас я вам напомню старую русскую пословицу, да, которая звучит так: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. В нашем случае, чем больше у тебя друзей, тем больше у тебя рублей, а чем больше у тебя рублей, тем больше рублей у ваших друзей. Так что общайтесь, пользуйтесь вот именно этой возможностью, что за такое общение с вашими друзьями компания вам платит. И вот вы видите все эти центики, они у вас собираются. Так что напоминаю тоже еще одну такую русскую пословицу. Копейка рубль бережет, да, в нашем случае это цент бережет рубль. Вот social media бонус, это как раз бонус за вашу активность. И логин бонус, это за то, что вы просто-напросто вошли и посидели, вошли и просто-напросто залогировались в своем бэк-офисе на платформе. А social media бонус рассчитывается за вашу активность. Создан специальный скрипт, который просчитывает вашу активность, ваш активный диалог с вашими партнерами, с вашими друзьями. Ну, вот так вот это уже выглядит. Иногда, в общем-то, дневная такая активность достигает доллара. Все зависит абсолютно от того, как активно вы используете платформу FutureNet. Ну и вот, как я уже говорила, копейка рубль бережет, а цент бережет доллар. Соответственно, если мы начнем брезговать центами, то у нас не будет и долларов. Поэтому еще раз. Чем больше у вас друзей, тем больше у вас рублей, и чем больше у вас рублей, тем больше рублей тоже у ваших же друзей. Вообще вся абсолютно концепция тут поставлена на то, что чем больше ты, как бы, чем более дружелюбивый ты человек, чем больше у тебя друзей вообще в жизни, да, тем больше зарабатываешь ты, и тем больше зарабатывают твои друзья.
Вот вы увидите абсолютно каждый бонус, он как раз таким образом уложен, что ваш характер тут будет одним из значащих, вот именно дающих возможность зарабатывать больше. Ну, мы еще раз вернулись к тому самому слайду. Некоторые слайды, они будут повторяться, и это как бы так с премедитацией это сделала, чтобы вернуться и показать, откуда эти цифры берутся. Ну, еще раз, к сожалению, это мой скрин. Я не научена еще пользоваться социальными сетями. И очень долгое время просто-напросто оборонялась от такой вот возможности быть на тарелке, на сковородке, да. Я помню такие всякие истории, что бедную женщину забрали в тюрьму только потому, что она не заплатила налоги и оказывала свою ситуацию финансовую как очень-очень слабую. Ну, в общем-то, когда в Фейсбуке появились какие-то фотографии с ее свадьбы, то просто-напросто к ней пришли люди, которые занимаются... В общем, пришла налоговая, ее просто-напросто вычислили вот именно через Facebook. Соответственно, есть много таких историй всякого рода. Ну и кроме того всего, мы, будучи в социальных сетях, как я говорила, что, в общем-то, каждый из нас становится почти что нагим. Ну, поэтому я очень долгое время совершенно абсолютно не пользовалась никакими социальными сетями. Единственная ситуация, когда мне пришлось ездить на инвалидной коляске, мне хотелось просто общаться с друзьями, соответственно, тогда я только для себя открыла несколько таких сетей, и то, что сейчас я нахожусь вот именно во FutureNet и дополнительно зарабатываю, вы видите, что иногда я просто-напросто не вхожу. Это говорит о том, что у меня нету такого навыка утром вставать и сразу же заглядывать и просматривать, и общаться. Но для тех, у кого такой навык уже годами, скажем, выработался, у них на самом деле собирается сумма очень-очень солидная и очень-очень быстро. Еще раз подчеркиваю, вот ваши центики, они собираются в определенные доллары. И чем больше центиков, тем больше потом долларов набегают. Еще один бонус, это третий бонус, мультимедиа бонус. И он... очень интересно, особенно для тех, кто создает разного рода инструкции, разного рода фильмы, связанные, быть может, с какими-то совершенно нейтральными лекциями, типа как работать с Ютубом, как работать со Скайпом и так далее. В общем-то, все эти материалы вы можете продавать через нашу платформу. И цену за эти материалы вы сами себе обозначаете, причем нужно помнить, что 50% только от этой цены идет на ваш кошелек, а остальные 50% распределяются, 40% распределяются на бонусы в маркетинг-плане, а 10% это маржа для FutureNet. Так что пользуйтесь, особенно, я говорю, если у нас очень много таких людей, которые записывают разного рода свои собственные материалы и только выставляют на своем YouTube. Но тут есть такая возможность эти материалы... Я специально поставила этот слайд. Почему? Потому что следующий бонус, он будет очень непосредственно связан как раз с продуктами самой компании. Он называется Sales бонус. Вы можете также все эти продукты, которые у нас имеются, лендинг пейдж, видеомейли, блоги, место в облаке, шаблоны страничек, все это вы можете тоже продавать. И за эту продажу вы тоже получаете провизию. Причем эта провизия распределяется на 10 уровней в структуре. Ну и самое интересное, это, конечно же, пользователь со статусом премиум. Перед этим мы рассматривали ситуацию, когда человек просто является пользователем социальной сети, и он уже может зарабатывать. А сейчас мы рассмотрим ситуацию пользователя со статусом премиума, это значит с определенным пакетом, который он приобрел в FutureNet. Пакеты, которые имеются в компании, как вы видите, самый маленький это $10, самый большой это $1685.
С чем это связано? Сейчас я покажу тоже. Так, каждый пакет – это определенное количество матриц. Самая маленькая матрица – это 10-долларовая. Соответственно, если у нас пакет за 10 долларов, то у нас одна единственная матрица 10-долларовая. А в этом случае мы видим пакет за 185 долларов, и в нем у нас матрица за 10 долларов, 25, 50 и самая большая 100 долларов в этом пакете. Самый большой пакет – это пакет у нас называется Royal, и стоит он у нас 1685 долларов. В этом случае у нас уже 6 матриц, и обратите внимание, самая маленькая матрица, позиция самой маленькой матрицы у нас в каждом, абсолютно в каждом пакете. Итак, 10, 25, 50, 100, 500 и 1000 долларов, вот такие вот позиции в таких вот матрицах у вас будут в этом пакете. Очень интересный бонус, он называется Friends бонус. И тоже, как я уже подчеркивала, все у нас связано с друзьями. Соответственно, в общем-то, у нас наша структура – это не просто структура, не просто матрица, да, можно было бы ее назвать матрицей. Мы и позднее уже для таких наших целей маркетинговых будем ее называть матрицей, но она у нас называется тут Friends Tree – дерево друзей. Дерево друзей начинается от нас, и, в общем-то, в этом дереве друзей у нас первая линия, на первой линии есть три наших друга. Если у нас есть четвертый друг, он, соответственно, идет в виде перелива на следующий уровень, ну и так далее. В общем-то, таким образом укладывается наша структура в такое дерево, которое в нашем случае имеет размер 3 на 10. Вот так оно полностью у нас выглядит. Вот вы видите, это структура, которая уложена вот в такой вот шаблон, шаблон матрицы. Слово матрица возбуждает у многих просто страх, страшный страх. У меня тоже такая же была ситуация, я помню, я наработалась с матрицей, и слово матрица, только мне кто-то говорил слово матрица, все, меня уже этот бизнес абсолютно никогда не интересовал. Я очень долгое время абсолютно как бы была уверена, что все абсолютно матрицы одинаковые, что-то с ними всегда происходит, они потом заполняются так, что, в общем-то, уже ничего там не происходит, не двигается. В нашем случае это не просто матрица, которая каким-то образом делится, кружится или еще что-то делает, да, как мы помним, такие всякие модные матрицы были несколько лет тому назад. В нашем случае это просто-напросто наша структура, просто она уложена вот именно в виде такой вот матрицы, в виде такого треугольника, просто сказать. И из каждого уровня этой матрицы, а у нас их есть 10 уровней, мы получаем 5% со всего оборота, который есть на этом уровне. И проще сказать, что, в общем-то, все, что у нас происходит в структуре до 10 уровня, все абсолютно, каждый оборот на этом, в этой структуре дает нам 5% вот именно этого бонуса, Friends бонус, бонус друзей. Вот хотя бы взять пакет эксклюзив, это, напоминаю, 185 долларов стоит этот пакет, и в этом пакете у нас... Мы получаем бонус до 800, и обратите внимание, 185 долларов мы начали, стартанули в бизнесе за 185 долларов, и наш потенциальный заработок, это только один, абсолютно один бонус, это 819 291 доллар. Мы сейчас разберем немножечко сами матрицы. Матрицы у нас есть двух видов. Вот матрицы, они называются премиум. Это самые маленькие матрицы. 10, 25, 50 долларов. Следующие матрицы, это уже матрицы большего размера. Эксклюзив за 100 долларов. Это уже матрицы бизнес. Вот от этого пакета, в котором есть матрица 100-долларовая, у нас начинается уже бизнес, действительно бизнес, потому что все наши бонусы уже просчитываются в полном размере. Ну, в общем-то, дополнительные выгоды от того, что мы входим и начинаем свой бизнес с пакетами, это то, что, во-первых, если мы начали свой бизнес от позиции эксклюзив, напоминаю, 185 долларов, этот пакет стоит, то мы участвуем, во-первых, во всех абсолютно бонусах,
Ну и в плане карьеры, в котором у нас предвидены очень-очень интересные, очень-очень интересные призы. Этот бизнес, ой, этот бонус предназначен только для одного пакета, это для самого большого пакета, $1685 у нас самый большой пакет, напоминаю. И advertising бонус нам выплачивается до момента, пока у нас не соберется сумма $3370, что составляет 200% от первоначальной суммы, которую мы в этот пакет вложили. И это не инвестиция, это просто-напросто как бы возможность каждому из наших партнеров спать спокойно и быть спокойными за свои деньги, потому что это реальные деньги, которые компания получает от рекламодателей, которыми компания делится с нами. $3370 – это не ограниченный во времени бонус, поэтому мы не можем сказать, что вот сегодня мы вложили $1685, и через год у нас $3370. Как только они наберутся, это будет полгода, два года, не знаю, сколько это будет, но, в общем-то, как только они не наберутся, пока они не наберутся, вам постоянно месяц в месяц будет выплачиваться какая-то сумма, которая будет складываться вот именно на эту сумму. Ну и думаю, что вот именно таким образом каждый из вас, приводя сюда своего партнера, которому захочется участвовать и иметь позицию во всех матрицах, соответственно, купит пакет за $1685, вы будете спокойно спать, и, в общем-то, у вас не будет такого страха, что а что будет, если компания там что-то там перестанет нам платить, да? В общем, для нас это такая страховка. А кроме того, конечно же, очень много каких-то там, не знаю, супер предложений в интернете. И нам всегда кажется, что надо положить везде абсолютно деньги, потом мы сидим совершенно без денег. В общем, наверное, ситуация известна многим из нас. Поэтому, чтобы вы не чувствовали себя дотронутым той ситуацией, чтобы вложили сюда столько денег, а они не работают так, как они работали бы в каких-то других суперпроектах, то, в общем-то, вот эта вот возможность получить 200% от своей стоимости за пакет, оно как бы вот именно, ну, что дает такое эмоциональное спокойствие, что, в общем-то, деньги не пролежали зря. Итак, мы перейдем сейчас к цифрам, которые уже становятся, думаю, что намного интереснее. Так, Friends бонус, напоминаю, это 5% с каждого уровня, со всей структуры до 10 уровня. 10 уровень определен у нас вот именно этим шаблоном. И он у нас выглядит таким образом 3 на 10. Напоминаю, какого типа размеры заработка на пакете 185, это было предыдущее. Ну, посмотрите, даже начиная бизнес, быть может, это еще не бизнес, но, в общем-то, если у нас $10 только в кармане, и у нас наша структура, скажем, немножечко обнищала после того, как побегала в разных местах, и нам хотелось бы им помочь встать на ноги финансово, то вы видите, что начиная даже от $10 и строя структуру только на $10 пакетах, ну, так более-менее сейчас выглядит в турецких компаниях, ой, в турецких структурах. Они в основном все на $10. В общем-то, если у нас такая матрица $10 закрывается, это уже $44,099. Я думаю, что это уже другие совершенно цифры, причем, напоминаю, мы начинаем от $10. Если мы решили войти на пакет больше, и в этом случае пакет за $35, то мы можем получить $35. Начали бизнес и получаем $155,000. Если за 85 мы решили открыть себе бизнес, то в этом случае при закрытии матриц, если мы построили всю такую структуру, вот именно 85-долларовую, я не думаю, что это какая-то сумма прям умопомрачительная, то в этом случае $376,431 – это только один бонус, френд-бонус.
Чем больше, как вы видите, матрица, чем больше пакет, тем больше заработок. Соответственно, в общем-то, если ваша структура в состоянии на сегодняшний день построить вот именно и заполнить самую большую матрицу, то уже вы видите, что, в общем-то, бонусы эти уже исчисляются не в центах, не в тысячах даже, а уже в миллионах. И это реальные деньги, это деньги просчитанные, прокалькулированные, иначе быть не может. И абсолютно деньги, которые не взялись с потолка каким-то чудесным образом, это деньги, в общем-то, которые абсолютно точно получит каждый из нас при заполнении матрицы. Конечно же, матрица заполняется не сразу же в один момент, поэтому этот бонус мы будем получать постепенно в меру заполнения нашей матрицы. Вот, когда наша матрица заполняется, и в нашей матрице уже 50 партнеров, у нас появляется еще один бонус, нам дают новую позицию в этой матрице. Если у нас уже 100 партнеров, 100 друзей, то тогда у нас появляется еще одна позиция в этой же матрице. Нужно помнить только то, что если у вас появилась эта матрица, эта позиция, то не значит, что с этой позиции вам тоже будет выплачен бонус. Соответственно, конечно же, она там заполняется так же, как... Но за эту позицию, конкретно за эту позицию, вам бонусы не заплатят. Сейчас я, в общем, покажу, как это более-менее выглядит. Вот у вас появилась вот эта вот позиция, ну и, соответственно, у нас 5%, так? Эти 5% с этой позиции вам не выплатят. Но почему он интересен, этот бонус? Это потому что, как всегда, когда мы строим какой-то бизнес, есть какая-то определенная стратегия. В матрице обычно всегда было так, что, в общем-то, нужно этот золотой треугольничек обеспечить себе, поставить себя под собой еще два раза себя или же каких-то близких родственников. Наверное, помните, да? Соответственно, в общем-то, тут при таком бонусе компания как бы опередила нас в этих комбинациях, ну и, в общем-то, предоставила нам такой бонус. Он работает так, что если у вас, в общем-то, до этого момента, пока не появилось новое место, вы получали 5% с каждого из ваших, со всего оборота, который у вас происходил, в общем-то, на этих уровнях, то появилась новая позиция, она заполняется вместе со старой матрицей. Так, если у вас появились люди тут, то они также появляются тут. В общем, заполняется таким самым образом. Но вот этот вот треугольничек, который является таким двойным, да, типа общим треугольничком и для старой матрицы, и для новой матрицы, вот в этом треугольничке вы получаете от того же самого оборота уже не 5%, но уже 10%. Matching бонус. Ну и matching бонус тут тоже очень и очень сильно связан с тем, как вы умеете дружить, насколько вы умеете помогать своим друзьям. В нашем случае matching бонус от 10 до 50%. Обратите внимание, что от пакета эксклюзив, там, где матрица самая большая, $100, у вас matching бонус самый большой, это 50%. Я уже говорила, что этот пакет, он самый такой оптимальный, если мы хотим начать бизнес. И вот мы сейчас просмотрим несколько ситуаций. Вот это ваши три друга, которых вы пригласили в самом начале. Они у вас зарегистрированы под вами непосредственно, и вы помогли им закрыть их матрицы. Причем матрица, обратите внимание, 10-долларовая. Итак, каждый из ваших друзей получил 44 099 долларов. Вы сообща закрыли, помогли им закрыть их матрицу, что помогло вам закрыть вашу собственную матрицу. И каждый из ваших партнеров получил такую сумму, а вы получаете, кроме этой суммы, еще получаете matching бонус. В матрице 10-долларов у нас 10% только matching бонуса. Тут, правда, просчитан 50%. Чем больше пакет, с которым мы входим, тем больше у нас matching.
Обратите внимание, что, в общем-то, этот матчинг-бонус мы получаем только с размера заработков наших личных партнеров от 10 до 50%. И чем больше таких личных партнеров вы доведете до хороших бонусов в матрице, тем больше вы получите этот матчинг-бонус. И снова обращаю внимание, что, в общем-то, тут как бы нужно помнить о том, что дружба дорога не только, как бы так, гипотетически, да, в смысле метафизически, но дружба может на самом деле приносить тоже и прибыль. Помоги своим друзьям, а это тебе даст дополнительно матчинг-бонус. И вот матрица $25. В этой матрице, эта матрица пакета даже за $35, у вас тогда есть две матрицы, одна за 10, другая за 25. В этом случае у вас заработок 154 346. К этому всему у вас добавляется еще matching бонус на уровне $25. Это 20% matching бонуса. Ну, мы сейчас перейдем к самому такому оптимальному, как я уже говорила. Итак, 815 тысяч. $831 вы получаете за закрытие матрицы с пакетами $185. И вы получаете тоже такую же сумму, плюс еще matching бонус. В этом случае 50%. Мы сейчас перешли уже к другому бонусу. Это new position бонус. Это, в общем-то, бонус только для самых больших в нашем случае пакетов. Это пакет Sapphire за $685 и пакет Рояль за $1685. Каждый, кто покупает, сразу же входит на такой, такого размера пакет, у него сразу же появляется дополнительная позиция в этой же матрице. Причем самая большая, дополнительная позиция в самой большой матрице этого конкретного пакета. Если в пакете $685 это матрица $500, а в пакете $1685 это матрица $1000, и там появляется еще одна позиция сразу же после покупки, дополнительная позиция. Ну, я уже рассказывала, чем хорошо иметь дополнительную позицию. В общем-то, выгоды на бизнес-пакетах еще и в том, что мы участвуем в плане карьеры, где у нас есть очень много призов. Мы сейчас к этим призам придем. Это еще один бизнес. Еще один бонус. Он называется лидер бонус. Он когда-то назывался Infinity, просто-напросто от того, что он совершенно без ограничений. В общем-то, без ограничений в глубину вы получаете определенный процент до бесконечности со всей структуры. Какой процент вы можете получать, это определяет квалификация. Ну, в общем-то, проще сказать, что это просто-напросто линейный бонус. Для того, чтобы заквалифицироваться на 1% с оборота всей вашей структуры до самого конца, вам необходимо сделать совершенно немного. Это лично ваших партнеров 6 человек, и 3 из этих личников должны иметь по 3 своих личника и полностью оборот вашей структуры не меньше $2000. Обратите внимание, что вот именно этот пункт, вот этот вот первый пункт, он очень тесно связан с тем, как быстро вы потом будете передвигаться на следующих, последующим ступенькам, так как чем быстрее вы доведете своих партнеров на этот пункт, тем быстрее вы сами будете переходить от уровня к уровню. Самый большой процент в нашем случае – это 7%. Это я хотела, чтобы вы обратили внимание как раз вот именно на эту первую линейку, там где у нас 1%. И обычно в линейном бонусе есть такая ситуация, что партнер, который доходит на наш уровень, он обычно нас обрезает, да? Особенно это плохо, когда мы находимся на самом верху, и у нас самый большой процент, и наш партнер тоже доходит до
этого самого уровня, обрезая при этом нам всю абсолютно прибыль со структуры, которая находится под этим партнером. В нашем случае вы не останетесь без бонуса, вы не останетесь без денег, так как если у вас такая ситуация будет иметь место, то вы будете делить между такими же партнерами определенное количество, 5% прибыли фирмы будет вот именно делиться между такими партнерами, соответственно, без денег вы не останетесь. Вот это уже следующие условия на 5%, на 6, на 7. Но еще раз подчеркиваю, первая ступенька, она самая легкая. Мы специально, в общем-то, первые несколько ступенек постарались сделать очень легкими, для того, чтобы вы, будучи уже лидерами, могли как можно быстрее доводить ваших партнеров до сначала первой ступеньки, второй, третий, четвертый, ну и потом, в общем-то, таким образом ваш процент тоже будет как можно быстрее увеличиваться. Обратите внимание, это вот то первое условие, о котором мы говорили, 6 личных партнеров, и из этих 6 личных 3, у которых по 3 личных, что же происходит? И вот ваши 6 личных партнеров, они как бы в структуре появляются таким образом. Сначала первый, слева направо, второй, третий, потом появляется четвертый, он встает к первому, пятый ваш встает ко второму, шестой встает к третьему. Если еще каждый из этих 3 партнеров имеет своих 3 личника, то, соответственно, в общем-то, у этого партнера уже появляется 2-й уровень, 3-й уровень. Ну и уже бизнес как бы начинает обрастать и начинает свое движение. В общем-то, сила группы, она, конечно же, мы знаем, что такое сила группы, потому что многие из нас уже давно работают по MLM, давно работают со своими структурами, со своими собственными уже лидерами, которые строят такого размера структуры, что мама, не горюй. Поэтому сила группы, нам известно, что это. Мы снова приходим к бонусу, который есть очень-очень зависим от того, как вы сработаете со своими собственными друзьями, как вы сможете им помочь. Напоминаю, это матрица $10, в которой вы, входя на $10, можете заработать 44 099 долларов. А если к этому еще прибавить матчинг-бонусы, то, в общем-то, в зависимости от того, сколько у вас будет личных партнеров, то это могут быть просто-напросто сумасшедшие цифры. Причем, еще раз обращаю внимание, эти цифры скалькулированы, и никаких там возможностей высыпаться этот бизнес не имеет. Все просчитано, все застегнуто на самые-самые, на все абсолютно пуговички. Так что нету возможности, чтобы в каком-то моменте компания вам сказала, что, к сожалению, мы вам не выплатим, потому что у нас нет денег. Матрица $100. И тут уже совершенно другие заработки. Вы видите, мы уже тут переходим от центов, как я уже говорила, мы начали. Мы сейчас уже переходим к миллионам долларов. План карьеры. План карьеры в FutureNet очень похож на обыкновенный промоушен во многих компаниях, где нам предоставляется такая возможность выиграть или смартфон, или же планшет, или же какое-то путешествие, или же там машину, да. Все это мы можем получить в других компаниях, если выполним определенные там условия. В нашем случае это постоянный промоушен, это не промоушен, ограниченный временем, это промоушен, который работает постоянно в компании, и в каждом моменте вы можете, в общем-то, начать работать на то, чтобы получить какой-то из этих призов. На каждый приз есть специальная квалификация,
И снова бизнес рассчитан на друзей. Чем больше ваших друзей заквалифицируется на меньшие призы, тем быстрее вы заквалифицируетесь на большие призы. И обратите внимание, машины уже на самом деле очень высокого уровня, очень высокого класса, да? Audi A6 у меня когда-то даже был распечатана фотография Audi A6, как, ну, она у меня была в коллаже в таком виде моей цели. Ну, на сегодняшний день моя цель немножечко изменилась. Думаю, что многие из вас делали такого типа коллажа, да? Думаю, что вот эта вот машинка, она более интересная, она более... И тут в нашем плане карьеры это самая большая, самая высокая награда Porsche Panamera. Для того, чтобы ее получить, необходимо вам как можно большему количеству ваших партнеров помочь получить смартфоны, помочь получить планшеты, путешествия, ну и так далее, и так далее. Да? Машины типа Audi. Тогда вы быстренько получите такую квалификацию, которая даст вам возможность иметь Porsche Panamera. Причем еще как бы обращаю внимание на то, что каждый из вас еще дополнительно, конечно же, будет в это же время, пока будет делать эти квалификации, получать все бонусы, о которых мы только что говорили. Каким образом получить в подарок такой Porsche? Мы сделали специальный пересчет. Итак, у вас 3 личных партнера, и вы строите свой бизнес на пакетах $35. Для того, чтобы получить такой подарок, вам необходимо у каждого из ваших партнеров иметь по 48 тысяч партнеров. И тогда у вас Porsche стоит уже в вашем гараже. Ну и причем огромное количество бонусов, которые будут по дороге у вас складываться. Если вы работаете на пакете $185, соответственно, вам надо намного меньше партнеров. И, в общем-то, если у вас 3 партнера, и у каждого из них есть по 9100 партнеров, то тогда вы получаете Porsche Panamera в подарок, множество бонусов, которые дадут вам возможность долгие года ездить на этом Porsche и не задумываться над тем, сколько это Porsche тратит бензина на 100 км в час. Да? Я помню, когда ездила Хаммером, то меня всегда смешили такие вопросы, когда там я где-то подъезжала, то меня спрашивали сразу, а сколько же он тратит, ну, в смысле, сколько же эта машина берет на 100 км бензина. В общем-то, всегда нужно определяться таким образом, что если я уже езжу на какой-то машине, то, конечно же, меня не должно интересовать, сколько же эта машина тратит на 100 км. Да, она там брала 20 литров, но, в общем-то, или же я езжу этой машиной и не задаю себе таких глупых вопросов, или же просто-напросто ищу себе машину, которая тратит только, скажем, 6 литров. Ну, это совершенно уже не будет ни Хаммер, ни Порше, ни какая-то там, скажем, крутая машина. Поэтому лучше, конечно же, иметь и возможность купить такую машину и возможность ее содержать. Ну, очень часто нас приглашают в какие-то проекты, и первое, как бы, самое значимое, что в этом проекте нам обозначает, что это пассивный заработок, тебе ничего абсолютно не надо делать. В нашем случае пассивный заработок начинается после того, как вы очень-очень активно поработали. Ну, сейчас все это покажу, но у нас этот пассивный заработок тоже есть, причем он с воздуха не взялся, а этот пассивный заработок – это не что иное, это сложенная ваша активная работа, которую вы совершили уже. Ну, сейчас вы все это увидите. Так, вы регистрируетесь сначала в социальной сети, потом регистрируете как можно больше ваших знакомых, активно пользуетесь социальной сетью, выбираете для себя стратегию и действуете. Сейчас мы посмотрим, как это. У каждого из нас, в общем-то, будет определенная своя собственная стратегия. В общем-то,
Вот стратегия для тех, у кого нет денег, но деньги очень нужны. Пока у вас есть время подождать, скажем, вам более важно то, чтобы сегодня не заплатить. Потому что есть такие ситуации, когда на самом деле, в общем-то, где-то мы там походили, полазили, и денег у нас, к сожалению, нету. Как начать? У нас есть такая возможность. Сейчас я покажу эту стратегию. Итак, что нужно сделать? Ну и снова, зарегистрироваться в социальной сети FutureNet и как можно более активно пользоваться и собирать центы за активность. Мало того, научить всех ваших друзей, чтобы они... Первое, что делали утром, а просто-напросто входили сразу же в социальную сеть FutureNet и активно корреспондировали со своими друзьями, со своими родственниками. Первые ваши $10, которые соберутся за такую активность, пойдут сразу же в виде позиции в первую матрицу, в самую маленькую, напоминаю, она у нас $10. И также произойдет со всеми вашими друзьями. Так что... Следующее, при помощи всех апгрейдов, которые будут по дороге совершаться, наша позиция будет появляться все в больше и в больших матрицах, так что, а за вами будут идти все ваши друзья, которые когда-то были просто-напросто пользователями этой сети. Сейчас мы это увидим, постараюсь это показать. Помните, да, этот social media бонус, где у нас центы капали, 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 $10 появилось, перешло в матрицу. Вот таким образом ваши $10 собрались, а причем у меня есть очень активная структура, она даже не у меня, а причем она у моего друга с Польши, у которого есть тоже друг, который женился на украинке, кстати. И эта девочка с Украины столько разговаривает, что у нее больше долларов в день собирается. В общем-то, в конце недели у них собралось около $10, так что, в общем-то, это совершенно возможно. Это совершенно возможно при вашей активности. Итак, ваши центы собираются, потом они переходят в матрицу $10. Вот вы посадили там, помните, там Буратино, да, было? Страна чудес, да, в общем, поле чудес. В общем-то, в нашем случае это совершенно не поле чудес, это просто-напросто там, где вы общаетесь с друзьями, за вашу активность капают сначала центы, потом эти центы перерождаются в дерево ваших друзей, вот вы появляетесь в матрице с $10, и также в этой матрице появляется дерево ваших друзей, оно заполняется, чем больше, чем более активно вы приглашали людей просто-напросто пользоваться социальной сетью, тем более активно будет заполняться ваше вот именно это дерево друзей. В этой матрице, уже начиная от этой матрицы, есть еще определенный такой счетчик, который оставляет 10% прибыли, которую вы получаете, на апгрейд, и, соответственно, после того, как у вас собиралась какая-то сумма, у вас открывается позиция уже в следующей матрице. Тут есть тоже 10% на апгрейд собирается. И следующая появляется ваша позиция в следующей матрице. И таким образом за вами кочуют все ваши друзья, которые просто-напросто никогда в жизни, быть может, не хотели делать бизнес, они вошли сюда просто поговорить. На это, конечно же, уйдет намного больше времени, но помните, да, вот ваша матрица... Просто-напросто ваша матрица $10 даже возьмем, да? Вот вы собрали $10, и тут перешли в эту матрицу все ваши друзья, у которых тоже собрались по $10. Эта матрица закрывается после какого-то там времени, но вам выплачивается каждый раз, как только появляется какой-то человек в этой матрице, как только появляется какой-то оборот в этой матрице, вы сразу же получаете 5% от этого оборота. Ну, мы перешли, я уже вижу, к большому пакету. Ну, в общем-то, видите, да, матчинг, он очень тут частотный. И от 10 до 50%, напоминаю, в матрице $10, за общее закрытие матрицы вы получаете, по факту, каждый раз по факту вы получаете общую сумму 44 099 долларов, причем
В нашем случае, да, в нашей стратегии вы не заплатили даже ни копейки, а просто-напросто вы активно пользовались сетью. Напоминаю, это стратегия для тех, у кого нет денег. И вот ваша позиция появилась еще и в матрице 25-долларовой. И ваши друзья тоже перешли как бы с позициями 25-долларовой матрицы. То у вас уже больше денег. Ну и так, в общем-то, можно идти по всем матрицам. Так что во всех матрицах предвидится апгрейд. Если таким образом, в общем-то, просто сесть и ничего не делать, а ждать, то рано или поздно все равно и ваша позиция, и позиция ваших людей перейдет в большую матрицу, и вы сможете уже строить, скажем, другого типа бизнес уже на других, ну, я подчеркиваю, какая возможность есть у людей, у которых есть дополнительные матрицы, дополнительные позиции. Кажется, перескочила немножко. Извините, кажется, немножко. Ну, в общем-то, можно так сидеть и ждать. Ну и, в общем-то, приходит момент, когда можно пойти на пляж и уже заказывать Sex on the Beach. Это такой коктейль, который классно пить на пляже, да? Секс на пляже вообще очень вкусный коктейль. Очень популярный на всех пляжах. Ну, думаю, что, в общем-то, можно, конечно же, таким образом строить бизнес. Но есть другого типа стратегии. Это особенно для тех, у кого сейчас есть какие-то деньги и возможности начать бизнес, инвестируя, да, какую-то там сумму в свой бизнес. Но это особенно как бы интересная стратегия для тех, у кого есть возможность войти сразу же в бизнес с деньгами. Ну и кроме этого всего, у него есть абсолютная потребность получить как можно больше денег, как можно быстрее. Ну и, в общем-то, тут уже есть другая стратегия, конечно же, мы ее выберем другую. Итак, в первую очередь нам нужно выбрать пакет. Пакет, который обеспечит нам наши потребности. Я имею в виду, конечно же, материальные потребности. Напоминаю, бизнес-пакеты начинаются от 185 долларов. И в этом пакете у нас уже 4 матрицы. И в этом пакете у нас самые большие бонусы. Напоминаю, вот бонус на пакете 185 долларов. Это 819 291 доллар. Можно было бы, ну... Следующая матрица. Тут у нас тоже есть апгрейд. Мы переходим в следующую матрицу, в следующую, и тоже при помощи апгрейда. Ну, конечно же, если у нас есть возможность и нет времени, а нам хочется как можно быстрее, мы можем этот апгрейд сделать намного раньше, не ждать, когда он у нас там соберется, а делать апгрейд на 685 долларов, потом на 1685 долларов. Так что, в общем-то, апгрейд мы можем сделать в каждый момент, когда у нас есть такая возможность. Но мы можем тоже подождать. Это как бы тут. И снова напоминаю о том, как у нас выплачивается бонус с матрицы, тренд бонус до 10 уровня, 5% с каждого абсолютно оборота, который у нас есть в нашей структуре. Причем напоминаю, в каждой матрице есть перелив. Даже если это люди не ваши, а это люди вашего спонсора, этот перелив тоже, в общем-то, дает вам эти 5%. Поэтому, как всегда в матрице, как можно быстрее нужно войти в матрицу, как можно быстрее занять место. И для того, чтобы в наших матрицах занять место, то, ну, конечно же, в самой маленькой матрице это 10 долларов, потому что это сумма, которая никого не повалит на... Но это сумма, которая даст нам возможность уже появиться в матрице. Это для тех, кто в состоянии сегодня найти 185 долларов и начать бизнес вот именно на таких пакетах. При закрытии матрицы 100-долларовой,
которая самая большая в этом пакете, мы получаем 819 291 доллар. Плюс, если мы помогли нашим трем партнерам закрыть свои матрицы, а причем это не так, что мы им помогли, мы помогли им, что дало нам тоже закрытие нашей матрицы. Мы, помогая им, закрываем свою собственную матрицу. Так что это не какая-то там, не знаю... дань кому-то. Мы просто помогаем себе, помогая им. Но если у нас, наши партнеры тоже закрыли свои матрицы, сам матчинг-бонус в этом случае вынесет 1 228 000 долларов. Что в общей сложности будет 2 048 227 долларов. Так что, ребят, думаю, что деньги уже совершенно не такие, как нам казалось в самом начале, да? Мы смотрели центики, и очень часто люди реагируют на эти центики таким образом: о, не-не-не, у меня такой бизнес прям крутой, что у меня там совершенно другие деньги, я не буду ваши центики баловаться, да? Я не знаю, быть может, вы еще не встретились с такими ситуациями, но я уже встретилась. Мои близкие друзья мне говорили: Гуля, у меня сейчас нет времени на херню. Я тут такие бешеные деньги зарабатываю, ты мне тут свои центы предлагаешь. Ну, я бы хотела всем им показать вот именно вот эти вот цифры. И хотела бы, конечно же, чтобы вот этот матчинг получить со своих трех непосредственных партнеров. А это будет означать не что другое, как то, что у каждого из них будет, во всяком случае, по миллиону долларов. А почему я говорю сразу же по миллиону? Потому что 819, напоминаю, это только один бонус. Это бонус матричный. Это только матричный бонус. Соответственно, в общем-то, это обозначает, что у каждого из этих людей, которые у этих моих партнеров, это будет в общей сложности бонус 1 000 000 долларов. Не меньше. Ну и, быть может, скажем, какой-то Audi или же даже уже и Porsche. Ребят, я всем вам желаю Porsche. Так что если у вас будет Porsche, то у меня, наверное, будет это однозначно. Поэтому давайте все вместе постараемся и все будем ездить на Porsche. Мы все смеемся. Я говорю, я хочу вернуться домой на белом коне, да. В общем-то, для меня в этом случае это Porsche белый обозначает белый конь. Это значит, скажем, победа, да. Но кроме всего этого, для того, чтобы мне вернуться домой, это нужно проехать на собственной машине при руле 500 километров, а это для меня еще обозначает то, что мне нужно после двухлетнего перерыва сесть за машину, а это значит, что мне нужно уже таким образом довести руку и ногу, что я смогу уже ездить на машине, поэтому это для меня очень большой символ вернуться домой на Porsche, на белом Porsche, поэтому я всем абсолютно вам желаю Porsche, ну и во всяком случае, может быть, если кому-то не интересно Porsche, то может быть Audi A6, тоже очень хорошая машина. Ну и запускаю туда наверх, чтобы это все услышали наверху, я имею в виду там, где знаете, где должны слышать, да, вместе с нашими молитвами. И пускай оно все это исполняется, и пускай каждый из нас отобьет все те какие-то там, не знаю, неудачи, не какие-то, в общем-то, вещи, которые были неудачами, ну, лучше скажем, опытом, не таким, который нам хотелось бы иметь. И 2 миллиона каждому из нас. Если у кого-то есть такая возможность строить бизнес на самых больших пакетах, за 1685 долларов, это уже, ребят, уже один раз закрыть эту матрицу, уже можно не работать, уже можно действительно пользоваться сексом on the beach, и в прямом и переносном смысле. Так что всем желаю, всем проставляю сразу же, как только закрываю матрицу, идем на пляж и всем заказываю секс on the beach. Я вам говорила о новостях, которые, в общем-то, войдут на следующей неделе, под конец следующей недели. Мы сейчас к ним придем. Ну,
для того, чтобы получать такие деньги, первое, что мы должны сделать, подсоединиться сами, присоединиться к социальной сети, которая называется FutureNet, и присоединить туда как можно больше своих друзей, чтобы как можно более активно общаться, друзей, родственников, соратников, в общем, партнеров. Пользоваться, еще раз пользоваться как можно более активно. Выбрать для себя стратегию и, в общем-то, идти шаг за шагом, все шаги, которые, в общем-то, я вам предложила, они, конечно же, как вы видели, не только для тех, у кого есть какие-то уже условия созданы, да, там, не знаю, много денег, с которыми он может начать бизнес. Можно каждому из нас начать этот бизнес и на самом деле дойти до тех цифр, которые мы только что видели. Имея деньги, не имея денег, имея какие-то, в общем-то, главное, чтобы у вас был интернет, главное, чтобы вы умели писать. Если вы умеете писать в компьютере, если у вас есть интернет, больше вам ничего абсолютно не нужно для того, чтобы этот бизнес сделать. Итак, я сейчас сразу же к новостям перейду. На следующей неделе у нас включается Advertising Platform. Это платформа рекламная. Наверное, многие из вас видели такого рода рекламные платформы. И в этих рекламных платформах каждый из нас может покупать пакеты реклам. И это все включится только на следующей неделе. В конце следующей недели у нас начнется так называемый преланч. И во время этого преланча мы сможем просто-напросто регистрировать потенциальных партнеров, которые потом смогут начать этот бизнес, в общем-то, уже используя как раз нашу платформу, рекламную платформу тут в этом случае. Ну и дополнительно она будет привязана к нашим матрицам, так как люди, которые в нашей платформе социальной, и люди, которые уже будут находиться в нашем бизнесе, я имею в виду в бизнесе и в социальной сети FutureNet, они смогут уже как бы без очереди быть на платформе рекламной Advertising Platform и пользоваться этим бизнесом. И при помощи этого бизнеса как можно быстрее расширять свои возможности заработков. Ну и, в общем-то, дать возможности эти своим друзьям. Так что новостей на следующей неделе у нас будет много, достаточно. Так что я думаю, что при помощи этой платформы мы очень быстро раскрутимся, так раскрутимся, как даже многие из нас даже, может быть, и не воображают. И копеечный, казалось бы, бизнес приведет нас к таким цифрам, которые мы только что видели. Это миллионные заработки. И на самом деле эти заработки все абсолютно реальные, как я уже вам сказала, это все абсолютно калькуляция, это чистая математика, ничего больше. Я всех абсолютно вас призываю к тому, чтобы вот сейчас взять ссылку у своего человека, который вам, у своего друга, который вам предложил послушать этот фильм или же прийти на презентацию и присоединиться к нам и пользоваться всеми теми возможностями, которые дает FutureNet. Всего вам хорошего, до встречи на платформе FutureNet. До свидания.